Ситуация на Луганщине напряженная. От рук боевиков ранены двое наших солдат. Террористы обстреливают мирные населенные пункты Луганской области. Так, прошлой ночью русские наемники обстреляли Попасную. В результате сгорело два автомобиля и два гаража местных жителей. Обстрелам также подвергались Станица Луганская, Счастье, Крымская, Троицкая и Трехизбинка. О 22:15 бойовики застосували реактивні системи залпового вогню БМ-21 «Град» по позиціям сил АТО поблизу села Троїцьке. Із мінометів терористи обстріляли селище Трьохізбинка. В результаті влучення високовольтний провід без електроенергії залишилися мешканці сіл Кряківка, Оріхово-Донецьке, Трьохізбинка та Лопаскине. Наші солдати повністю контролюють ситуацію в Луганській області, уверенно діють на всіх участках. Между главарем стахановских казаков-боевиков Павлом Дрёмовым и главарем террористической ЛНР Игорем Плотницким обострился конфликт. Об этом сообщает час.ua. Боевик Плотницкий пообещал прекратить любую помощь формированию русских казаков в Стаханове. Также сообщалось, что казаки Павла Дрёмова получили приказ готовиться к боевым действиям против боевиков ЛНР. Псевдореспублика так и не смогла примирить своих убийц. Напомним, последней помощью казакам, которая поступала от руководства террористической республики, были два КАМАЗа с экипировкой из российского гуманитарного конвоя в конце июня. После местные жители вблизи Стаханова гоняли русских казаков со своих огородов. Те воровали продукты. В оккупированном Алчевске в помещении по улице Липовенко открыли магазин новороссийской символики «Патриот». Об этом сообщает информатор. Со слов местных жителей, в магазине продают символику самопровозглашенной ЛНР, Новороссии, а также портреты Путина. Это в то время, когда на оккупированных территориях Луганской области нет ни еды, ни пригодной к использованию воды. Боевики считают, что местные жители смогут прожить без жизненно необходимого, а вот без портрета Путина нет. Правда, очередей из желающих что-либо купить у магазина не наблюдалось.